Атака. Удар ногой вперед. Защита. Шаг назад. И нижний блок предплечьем. Голень атакующей ноги. Поворот на 180 градусов. И бросок круговой подсечкой в голень одноименной ноги с последующим добиванием лежащего противника кулаком. Атака. Удар вперед передней частью кулака в голову. Защита. Блок ладонью в кулак атакующей руки. Повторная атака. Шаг вперед и удар вперед передней частью кулака в живот. Защита. Нижний блок ладонью. Предплечье атакующей руки. И контратака. Удар внешней частью кулака в лицо атакующего.